Открытый чемпионат города среди инвалидов-колясничников – первый подобный турнир в истории Бобруйска. Ажиотаж не маленький, более 50 участников. Старт спортивным баталиям назначено 11. Участники съезжаются за час до начала, пообщаться со знакомыми и подготовиться к соревнованиям. Местом борьбы за Кубок чемпионов становится Бобруйск-арена, благо спорткомплекс – безбарьерная среда. Во-первых, поддержать людей, которые немножко ограничены в движении, чтобы они не сидели дома, не чувствовали себя какими-то ущемленными людьми. То есть они, в принципе, такие же обычные люди, как и мы все. Немножечко просто, может быть, чуть-чуть отличаются в какой-то степени. И чтобы они не сидели, спорт – это жизнь, движение – это жизнь. Построение команд, слова приветствия, государственный гимн и напутствие. Пусть победит сильнейший. Турнир стартует. Холл Бобруйск-арены разделяют на секторы. Одни соревнуются в точности стрельбы из пневматического оружия, другие в меткости метания дротика, третьи сражаются умами, играют в шашки. География участников широкая. Климович, Могилев, Орша, Жлобин. Бобруйск представляют сразу две сборные. Соперники все достойные, как бы очень сильные команды. Мозырь сильная команда, Жлобин сильная команда. Бобруйск тоже. Самым зрелищным видом становятся эстафеты. Спортсменам нужно не только проявить координацию, но и показать быстрые секунды. По итогам чемпионата первое место занимают Климович, и серебряные награды достаются могилевчанам. На третьей строчке размещаются спортсмены из «Бобруйск-1». Да и награды, по словам самих участников, не самое главное. Хорошее настроение, эмоции, новые знакомства. Дороже любых медалей. Такие встречи – это, во-первых, встречи с друзьями, с близкими. Обмены эмоциями, энергиями. А, во-вторых, азарт все-таки спортивный. И помериться силами – это же тоже всегда плюс. Это новое знакомство, это сила. Семьи. Это друзья новые, поэтому это, они очень нужны. Открытый чемпионат, по словам организаторов, должен на постоянной основе прописаться в Бобруйске. В 2021 борьба за золото станет еще более бескомпромиссной. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск 360.